И у вас не получится это сделать по одной простой причине. Потому что лет 10 назад я ездил везде и всюду и задавал замечательный вопрос. Хотели бы вы посотрудничать с программой «Автостоп»? Что получилось? Ничего не получилось, по сути события. Чем я 3 года назад начал заниматься? Я всем рассказал, какие запчасти я покупаю. По сути события, я покупаю все на eBay. Не торопясь, не спеша, четко, дешево, в срок. О! Удовольствие. Опять никого, не было клиентов до того момента, когда мы приехали сюда, на Октябрьскую. Вот. Чтобы понять то самое место, это вообще очень все просто. Прямо перед нами, ну вот, в пределах 75 метров светофор, где вы можете пешкодрапом пойти искупаться в аквапарке. То есть рядышком вообще, просто близко. И когда я задал вопрос, мне сказали, а привезем. Когда я задал дополнительный вопрос насчет цены, мне сказали, да еще и дешевле, чем на eBay. Вот так вот получается, господа. Хотите подравняться с ними? Ну, пункт номер один. Ценники, естественно, для вас будут выше. Потому что вы же прекрасно понимаете, кто ходил. Ходил дядя Леша. Вас умолял. Теперь умолять не буду. И вот тема правильная. Ну, наконец-то! Я лет так 10 всем говорю, дайте ebay-евские цены. Не дают. Почему? Непонятно. На eBay крутит сам eBay, крутят перевозчики. Но не все поставщики туда хотят. Некоторые не хотят, по сути. eBay – это американская составляющая интернет-портала. Ну, не самая крутая. Потому что еще круче и выше Amazon. Но это Америка. Там почти 500 миллиардов автомобилей. Но остальные 3 миллиарда – это не Америка. То есть производств, деталей много. Есть и другие издания. Почему Россия тупит? Вполне понятно. И вместе с клиентами СВ Авто, что на Октябрьской 22, мы не понимали сути событий. Миллионы рублей мы кому заплатили? Да это миллионы рублей в Магнитогорске. И миллиарды, а то и триллионы в России. За что? За ваши мегасервисы? За ваши дома? За что? Нет, ребята. Атмосфера правильная только в одном месте. На улице Октябрьской 22. В магазине СВ Авто. Вот о чем мы сейчас и говорим, да? То есть, ну, то, что эта контора классная, это однозначно. Оказывается, есть и другие конторы такие же классные. То есть, берут вашу машину, смотрят, делают. По одной простой причине. Мы, наконец-таки, стали жить в другом измерении. В свое-то время казалось, что автомобили для нас это роскошь. Сегодня уже не роскошь. Сегодня уже не роскошь ваши запчасти. Поверьте мне, запасные части никогда и нигде не стоили дорого. Так оно и есть. Ну, что вам никто не проезжал по ушам. Чем эта контора для меня лучше? СВ Авто на Октябрьской. Тем, что человек, который здесь сидит, я даже сейчас не буду показывать. Хотя, в принципе, ну, могу показать. Количество вкладок по запасным частям их 20 штук. То есть можно всегда найти и подешевле. Вы говорите, что eBay крут. Да, eBay крут, естественно. Но не все, не каждый может свои данные туда отнести, понимаете? А люди, которые работали достаточно давно, уж лет, наверное, 15, они прекрасно знают, где, что, как и дешевле, и для вас в том числе. Мы не будем говорить об оригинале. Но по сути события оригинала-то не существует. То есть иногда такое случается, ваши запчасти идут от завода. Но не все, не всегда. Потому что, ну, есть у меня Форды и все остальное, там уже тоже смотришь, мотокраб и еще какие-то штучки. То есть давайте все-таки зададим себе вопрос, кто делает запасные части? Да делает запасные части очень много людей, в действительности. Их очень большое количество в Америке, их очень много в Европе, их очень много и даже более чем в Китае. Все стараются, и все стараются сделать это для вас. По одной простой причине, Америка не сильно любит машины дорогие. Нет, там таких цен абсолютно нет. То есть мы также к тому же и подошли. Но в связи с тем, что человек здесь работает достаточно давно, он уже прекрасно понимает, что и в Магнитогорск, да и в России вообще вы можете привезти запасные части по ценам ниже, чем eBay. Но вы не смогли это сделать, а он может. Теперь вопрос другой. Внутренний комфорт. Когда все вместе и не стоит адекватных денег, комфорт в семье обеспечен.
Вы не колбаситесь, вам не нужны идиотские вливания в вашу машину. Мало того, любая иномарка по цене в 3, 4, а то и в 5 раз дешевле отечества. И это не праздник, праздник, господа. Ваш праздник начинается после визита в СВ Авто на Октябрьскую, 22. Когда мой папа начал работать с этой конторой, ему стало хорошо. Он был без критиков и всего-всего.